Нож Стива Остина, Broken Skull, в цвете Orange. Имеет запасную клипсу. Так она выглядит. И, собственно говоря, сам нож. Это серия ножей, где разница рукоять по цвету. Вот та самая клипса. Вот такой складник. Стив Остин. Имеет черное покрытие. Марка стали CTS XHP. Made in Taiwan. Очень цепкая рукоять. Ну и замок здесь привычный, бэклок. И шпенек подобие руки. Здесь он более выражен справа, кстати. Видна асимметрия. Ну и вот эти выемки, они, несмотря на ровность клинка здесь, да, конструкции, они способствуют как вот, как насечки такие, функцию насечек выполняют.